Доброго времени, дорогие друзья! Не знаю, когда именно вы посмотрите это видео, поэтому говорю доброго времени суток. Быть может, доброе утро, а может быть, добрый или добрый вечер. Но, тем не менее, это случилось, это произошло. Закончились два наших промоушена. По результатам этих промоушенов у нас есть два победителя. Директор из Израиля Леонид Матусов. Посмотрите, какой замечательный смартфон выигрывает Леонид. В прекрасной комплектации и замечательной конфигурации. Но не только смартфон. Посмотрите, что там в коробке. Да, две замечательные бумажки, которые образуют 1000 евро. Да, вот такие вот у нас подарки и такие у нас промоушены. Пользуясь случаем нашего директора из Нижнего Новгорода, я поздравляю еще с одним выигрышем. Андрей Смирнов выигрывает планшет Samsung Galaxy Tab. Что же сделали эти ребята? Каким же образом они выиграли? Они не рекрутировали людей. Они не закупали ненужные продукты, ненужные товары, ненужные услуги, которые потом пришлось бы либо выкинуть, либо поставить на полку, либо раздарить своим друзьям. Что же сделали наши ребята? К сожалению, это тайна закрытого элитарного клуба Alvita VIP клуб. Вы хотите действительно узнать? Вы хотите действительно выигрывать эти промоушены? Вы хотите участвовать в работе такой серьезной, легитимной и прозрачной компании? Если да, то ссылка под видео. Мы не только выигрываем промоушены, мы не только зарабатываем. Мы делаем очень важное и благородное дело. Мы несем благое дело в этот мир. Хотите с нами? Добро пожаловать! Ждем вас для того, чтобы познакомить с самым лучшим маркетинг-планом, с самой лучшей компанией 2014 года. Друзья, мы вас ждем. Всего вам доброго!